Эталон мой будет. Только мой. Чтобы он понял, что бывает, если родного брата не Все чисто, бандитов нет. Двигаем дальше. Не спеши. Разговор есть. А тут как раз место хорошее, без лишних ушей. Ого. Чего мне сейчас претензии выкатят? Что не так-то? Все так. Мы с мужиками к тебе пригляделись. Ты парень с головой, толковый. Нам такие нужны. Что? Ты как? Ты, блин, кто? Сэм! Томом работаю. А, точно, я тебя видел. А, это ты, американ второй наш. Говорили, что ты где-то рядом. Ну, ты подходи. Покажем, что тут как. Мы же разведчики все-таки. Так, первое, что учти, тут неподалеку Крылан бродит. Мы его не видели, слышали только. Судя по звукам, здоровый падла. И злой как черт. Подранок, похоже. Понял. Учту. Дальше. Тебе куда нужно-то? Пожарная часть. Ее отсюда видно. Красное здание с башней. Метров 500 по прямой. Ага. Только по прямой не получится. Вроде близко, а так просто не добраться. Ха. Да, в руинах по прямой не ходят. Смотри, вот этот, недострой довоенный. Тебе через него идти нужно. На верхнее болото, где твоя пожарка стоит. Другой дороги нет сейчас, только так. Только сейчас там банда одна обосновалась. Они раньше с работорговли гешефт имели, а сейчас новая мода пошла. Уродов сутулых ловят, представляешь? И кому эта дрянь понадобилась? Мы с ними на ножах давненько уже. Да и вообще, чужих они не любят. Будь уверен, как тебя увидят, сразу палить начнут, без предупреждений. Так что постарайся, чтобы не увидели. Понял. Спасибо. Что еще у нас тут интересного? Ага, вот сюда еще глянь. Вон там, на островке, зданица двухэтажное такое, с башенкой. Мусарня до войны была. Там теперь другие козлы засели. Полные беспредельщики. Сейчас сутулых ловят, как остальные. В наших краях это теперь первейший бизнес. Да, перевалочный пункт там у них, кажись. И склад. Барахло интересное, небось, есть. А на этом островке, говорят, где-то есть тайник старый. Пару лет назад явилась сюда бригада такая. Борзота и отморозки. Но дело знали, не поспоришь. На счетчик ставили банды, втрое больше ихней. А если кто залупался, ночью приходили. И всех под корень. Подготовка у гадов была спецназ. Ну и барахло, как в кино. Броники, пушки... Ночное видение у каждого. Короче, шуму наделали. Людей всего ничего, а здоровый кусок руин под себя подмяли. Но тут другие бригады прикинули, к чему идет, и сообща козлов покрошили. Тайники только и остались их знаком помеченные. Череп в ПНВшке. Если такое увидишь, обращай внимание. Зачем? Наверняка все уже растащили. Не скажи. Этим типчикам понты реально дороже денег были. У них что не тайник, то загадка. Мол, избранные поймут, а быдло типа нас пролетает. Мужики пару раз тайные кнопки находили, чтоб там открыть. Но это случайно. В чем принцип, так и не поняли. Может, тебе повезет. Американским глазом окинешь ситуацию и опа! Интересно. Ты за уродов не сказал. А, ну и да. На острове, где тайник, осторожнее будь. Сутулые там здоровые плодятся. Не знаю, чего так, да и не суть. Но такие крепкие твари в цене. Так что ловцы это логово не зачищают. Одного-двух сутулых отловят иногда, а остальные на развод остаются. Ясно. В общем, вот так тут все. Сказано в твое дело не вмешиваться, но если что, оказывать содействие. Что знаем, показали, так что содействие оказано. Thanks, guys. Удачи. Бывай!
Еще раз велос. Ага, пригодится. Надо искать другую дверь. Пригодится. Танта, спаси the earth.
Сообщает, что опять начинается буря. Так что я бы на твоем месте поискал укрытие. Спасибо, Том. Пожалуйста, конец связи. Без аптечки жизни нет. Не открывается. Нравится мне.
Ну, сука, хорошо сидится в лыжке твоей. Не ссы, на пике будет еще лучше. Вылезай, папа! Ну нахер, я на нычку! Пошла нас завалили, суки! Братва! Подохни! Вот это мне точно пригодится.
Пойдет в дело. Thank you.
Мои ребята с дальнего поста докладывают, что к нам опять идет буря. Ищи укрытие. Понял, Том. Учту. Удачи, Сэм. Конец связи.